Сегодня в Якутске открыли спортивный комплекс имени Алексея Никифорова. Объект находится в поселке Пригородный на территории школы номер 12. Напомним, что летом прошлого года 24-летний спортсмен Алексей Никифоров ценой своей жизни спас тонущего ребенка. В торжественной церемонии открытия приняли участие родные и близкие Алексея, его друзья, школьники, а также те, благодаря кому и появился этот комплекс, призванный увековечить имя героя. Дня города. Я очень рад на этой церемонии. Церемония открытия. С днем рождения, любимый город. Честно сказать, мы подумали, что время пройдет, и эта история забудется, останется только в сердцах близких и родных людей. И мы стали работать над тем, как увековечить светлую память Алексея.